Мы женились с мужем, потом мы переехали в South Carolina, это прямо совсем другой конец Америки. Мы жили здесь, где я сейчас живу, мы переехали из South Carolina, и мне просто там было очень одиноко, и делать нечего, и мне там никогда не понравилось. Поэтому мы через 2 года сюда переехали, но это другая история. Поэтому я начала делать видео на YouTube, потому что мне было очень грустно, и...